Второе поражение подряд. В чем причины? Ну, я думаю, просто несыгранность команды еще присутствует, так как пришли новые молодые игроки. Да, и не знаю, может, не собранности нет какой-то. Вот. Как бы вроде на сборах команды выглядело хорошо, все, результат был, как бы амбиции, все, а сейчас не получается. Там Кар слабее или соперники пока сильнее? Да, я думаю, мы ни в чем не уступали. И Краснодару, и Рубину, как бы игры мы сами отдали. У нас есть хорошая игра, есть хорошие исполнители, но пока мы ищем нашу игру, я думаю, скоро будет результат. А в чем еще можно прибавить, чтобы больше забивать голов? Я думаю, в реализации. С Краснодаром у нас не хватило именно реализации, так как игра была, в принципе, наша, и с Рубином, думаю, тоже. А что сказал Константин Парамонов в раздевалке? Константин Валентинович сказал, что нужно становиться более взрослее, уже играть в мужской футбол. Юношеский футбол уже закончился. Это премьер-лига. Просто нужно играть уже как мастера, смотреть, как играет первая команда и быть на них похожими.